Знаете, для того, чтобы говорить о конкуренции, прежде чем, когда мы говорим о футболе, то когда мы рассуждаем о шансах там, команд-финалистов, там, да, то мы исходим из того, что у них равные возможности. Только тут можно говорить о соревновательности. В нашем случае, когда выборы осенены именем Чурова, да, и у нас есть по-прежнему фактически однопартийная система и физическое подавление тех, кто протестует против такого рода системы, сам разговор о выборах носит совершенно двусмысленный характер. Я думаю, самое правильное, что мы должны сделать, это понять, что выборов никаких не будет. Победитель известен. Вот я сейчас от вас узнал, что его фамилия Воробьев, но это совершенно не важно. Это победитель от партии «Единая Россия». Да? До тех пор, пока есть Чуров во главе этого процесса, до тех пор и Верховный суд на крышевании этого процесса, до тех пор победителем будет представитель от власти. Не надо говорить даже о выборах, это как-то дискредитирует само понятие свободных выборов.